Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» информирует о том, что в городе отремонтированы все улицы, связанные с космической отраслью. В честь первого человека, отправившегося в космическое пространство, Юрия Гагарина, названа одна из самарских улиц, входящих в число опорных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. В 2022 году она была отремонтирована по всей ширине проезжей части. В Октябрьском районе находится отремонтированный по дорожному нацпроекту проспект Ленина, где на площади, названной в честь советского конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Козлова, установлен монумент ракетоносителя «Союз». Помимо этого, в Самаре есть улицы, ведущие к крупнейшим заводам аэрокосмического профиля. Администрация железнодорожного района напоминает самарцам о необходимости следить за своим здоровьем и приглашает пройти диспансеризацию. Ее основная цель – своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Граждане от 18 до 39 лет могут пройти обследование раз в 3 года, а начиная от 40 лет – ежегодно. Для каждого возраста свой список обследований. Например, маммографию делают с 40 до 75 лет раз в 2 года, а гастроскопию – в 45 лет. Записаться на конкретный день можно в своей поликлинике или на портале госуслуг. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что родителям при рождении близнецов двух и более детей предоставляется единовременная выплата. Необходимым условием оформления является постоянная регистрация одного из родителей и детей в Самаре. За оформлением выплаты одному из родителей нужно обратиться в любой офис МФЦ. Также ее оформление доступно на региональном портале госуслуг. Подробную консультацию можно получить по телефону, указанному на экране.